Статистика 4 месяцев текущего года наглядно показывает, что там, где реализация индустриальной программы идет плохо, где реально не работает на диверсификации экономика, там и происходит спад. Например, в Кустанайской области за 4 месяца текущего года допущен самый большой спад в стране на 18%. Конечно, там и аким молодой у нас. Можно оправдываться проблемами мировых рынков и сырья, которые в области имеются. Ну, а что делается в регионе? По информации Министерства инвестиций и развития, за 6 лет на реализацию программы индустриализации в Кустанайскую область было направлено 120 миллиардов тенге. Реализован 81 проект. Тогда должна быть и отдача, надо в этом разобраться. Ты разобрался в этом, Архамед? Саламатсызбы. Глубоко уважаемый Рустам Абишевич, критику принимаю. Мы приняли антикризисный план, согласно которому по итогам 3-го квартала выйдем на положительный результат. Первый, значит, уже СГПО сейчас обратно возобновил поставку на Китай, железорудный концентрат. До конца года 1 000 000 хотим запасом отгрузить. Кроме того, простаивающие предприятия, они есть. Мы сейчас их запускаем, у нас есть план. Например, вот Комсомольская птицефабрика, она 4 года простаивала. В этом году сейчас мы возобновляем работу и где-то в сентябре дадим первую продукцию. В автопроме подписали сейчас 8 стратегических документов с транснациональными компаниями. Из них это Peugeot Citroën, Iveco, Jack Motors, китайская компания. В этом году хотим на 40% автомобилей больше выпустить. Я знаю, все объяснить можно. Соколовско-Сарбайский комбинат из-за падения цен. Автопром в прошлом году из-за разницы курсов провалил, получив из России много дешевых автомобилей. Но ведь 120 миллиардов направлены, я думаю, в основном на переработку сельхозпродукции. Так, Кустанай? В основном это частные инвестиции. А? В основном это частные инвестиции. Частные, да. Но поддержаны через Банк развития Казахстана и ДАМУ. И что будете делать? На 1 октября выйдем на положительный результат. По этому году будет больше 100% инвестиционного объема промышленной продукции. Будет больше 100%. Давай подтягивай по полугодию и по году. Понял. Что надо, вот вместе с правительством работаем. Понял. Значит, это очень большой провал. Теперь стержнем экономической политики этого года стала государственная программа «Нурлыжол». Она абсолютно важна и в плане социальной ориентации всей нашей политики. Она именно этим важна, социальной ориентированностью. Но складывается впечатление, что не все акимы это поняли. Еще в феврале, помните, я объявил о выделении средств на реализацию данной программы повсеместно. Как мне докладывали, в текущем году предусмотрено 840 миллиардов тенге. В феврале мы должны деньги доставить всем, и в марте все должно было работать. Так? Но данным, которые у меня есть, на сегодня перечислено только 8%. Так? В областях. Так, просто 8,5% от годового почти объема. Почти что конец мая. В феврале было дано. Деньги даны. Неужели вам доставить до областей эти средства так трудно было? У нас недостатка в деньгах нет. Ну, сам видишь, это целевые трансферты из национального фонда. Это речь идет, что администраторы бюджетных программ на местном и на республиканском уровне в основном перебросили на второе полугодие. Мы это работаем сейчас с администраторами на каждом заседании правительства. Мы почему? Объявляем. Если это перебросить на второе, но это все будет работать на следующий год уже, не на зависит этот год. Зависит от контрактов, ну, сам видишь. Это же от контрактования. Ты мне скажи, 8%, когда это будет на местах? Или там не осваивают, не хотят? Вот вопрос в освоении. Из 8,5%, то есть из 25, 3 миллиарда не освоено. И даже эти средства успевают не осваивать. То есть речь идет о том, что сегодня они в феврале месяце все свои контракты... Айтендарша берем. Кем? Ахшана Игорь Майотрсендарма, Кирик Жопа? Кем Айтендарша? Кто ждет деньги, а денег нету? Деньги есть, ресурсы есть, даны, выделены, все. Алайтшы, Караганды.
Уважаемый Нурсултан Абишевич, работаем, полностью деньги осваиваем по выделяемому, по программе Нурсултан. Бәліне еремі жоғына? Қанша ақша алдың облысқа? 3 миллиард. Да? 3 миллиард 300 миллион. Бәрлық берешек сол ма, жоқ тағы да бар ма? Жоқ, оны бәріне егеріп атырмыз. Егердің бәрін бәрін? Жоқ, әлі толаймен егерген жоқпыз, енді егерім. Одыры. Жылдың аяғына дейін бәріне егереміз. Қалай осылай жұмыс істеуге болады?